Всем привет! Еще ближайший час будет длиться четверг. Я собираю чемодан, и мы едем в Запорожье. Я села за собирание косметички. Как тебе кино? Можно потише, а? Я бы сказал, но не буду. На данный момент известно, что мы живем вот здесь, вот лофт. Здание в лофт-стайле, вот второй корпус, очень хорошая инфраструктура, да, вот такой вот. Очень хороший дизайн. Да. Мы заселились в наши апартаменты, да. Лофт как нас разочаровал, как-то не лофт, да. Какой-то евроремонт. Вообще, нормальный вообще. Короче. У нас есть подушки. Который гантелью. Да, с ними можно приседать. Еще можно качать руки. Это влог. Это влог, это очень страшное местечко. В общем. Мы идем по дворам. Мы идем по дворам. Да. Самостоятельно. Одесские девицы вышли. Гулять по запорожцам. Тоже запорожцам. Да. Ну, короче, идем за продуктами. Наш маршрут. Что-то мы это... Нам надо развернуться. Нам надо выйти на проспект. Ну, мы сейчас там можем выйти. Вот. Мы уже немного шарим. Итак. Мы дошли. Все нормально. Нашли точку. Не забрали. Да. Теперь главное, чтобы обратно дойти еще. Мюллеры разных вкусов. Мы взяли гречку, йогурт на сегодня. Соль. Это на всякий случай. Кстати, выпечка это огурцы. Черри взяли. И сейчас пытаемся найти тапочки, потому что мы вдвоем забыли тапочки. Такие именно для душа. Ну, я забыла еще и турнирные тапочки. Там такого типа, только танцевальные именно. Короче, шлепок нет. Реально. Там крепость. Мы с пакетами. И со вспышкой. Главное прикол в том, что наши партнеры пошли есть мак. А мы за правильное питание. Да. Там гречку, все дела. И даже ничего не попросили у них. Да. Вот такие вот мы молодцы. Самостоятельные. Мы чуть не заблудились. Мы дошли, и слава богу, на самом деле. Это еда райончик богов. Нас, да, райончик у нас на самом деле странный. Очень странный. Это как у нас в Одессе есть поселок Котовского. А здесь я не знаю, как этот район называется, но мне кажется, он напоминает что-то. Всем советую. Ну, я когда первый раз его ела, мне он показался обычным йогуртом. Прикольно. Будто бы с фисташками просто. Потому что эти печеньки маленькие, они очень, очень фисташковые. А Мюллер фисташковый. Он не шейк, а просто Мюллер. Ну, он нормальный, но он химозный. Он прям по вкусу чувствуется, что химозненький. Ты уже пробовала? Да, я уже открыла. Всё, приятно. Итак. Мой пистю. Да. Розовый. Вы пиво там не было. Брали? Нам на утро не хватит. Не хватит. Боже мой, доброе утро. В общем, нас разбудили за 8 минут до того, как мы должны были вставать. Вообще ужас. Да. Отписка. Как так можно? Мне Саша... О, боже мой. Саша рассказала, что я сегодня ночью садилась вот так вот и рассказывала что-то про ёжика. А потом взяла это... Эмоционально так. И вот так вот. Ну, я такого не помню, я такое не запоминаю, но у меня есть такая фишка. Вот так вот. Фишка.
супер завтра в больницу. Не то, что там всякие маки. И хамоны. Хамоны мы вчера доели. Все, сегодня не шикуем. Мы проехали. Я заняла почетное место в коридоре. Начинаю краситься. Тут, кстати, видно наш лофт апартаменты вчерашние. Дом жадские. Все, я начинаю макияж. Это самое странное ощущение, выходить с пробальной прической, макияжем, да, в магазин. Такие, ну, у нас такой стиль, мы так одеваемся, мы так самовыражаемся. Так, за обед. Улыбочка. Ну, что ты тут думаешь? Стартуем. Итак, мы думали, что наше отделение уже началось. Да. Но нет. Еще полтора часа. Да. Поэтому все. А наше последнее отделение, мы со Степой находимся в последнем отделении, и оно, по сути, должно начаться по расписанию все, по факту, наверное, в 9, а то и позже. Это если не начнут ускоряться. А там, может быть, и мелодии начнутся по 26 секунд, так что как-то уложимся. Что, латину будем танцевать? Степа, давай! Ваше смагання. Олексій Висоцький, місто Дніпро. Хочеться немного здохнути, так? Місто Одеса. Юмери 2, Rising Stars. Латиноамериканська програма. Запрошуємо вас.
Бронзові призери пара 124 Степан Ротар, Юлія Терновенко, Одеса Маєстро. Переможці пара 280 Олексій Грицюк, Львов. Доброве, Крівне, Платіно. Банально. Но я уже немного себя чувствую человеком.